Сколько? Номер машины, талончик и 200 гривен. А 200 гривен за что? За то, что вы проехали по платной территории, которая находится в аренде. Пишу, что отказ платить, больше вы сюда не заедете, и все. Вас сюда не пропустят. К мэру сельского совета? Совета, да. И вам... Голове сельской рады? Да. Якутская сельская рада не имеет сегодня никаких официальных и законных підстав заключати будь-які договори на використання земельної ділянки вдоль річки Дністер. Но Коля не здається. Ага. Коля вже встав. Я уменьшив розмір крючка. Уважаемая экологическая инспекция, пожалуйста, приедьте сюда, напишите вот это все, всю эту нечисть. И пусть вот эти недолюди, которые сюда выбрасывают этот мусор, заплатят огромные штрафы. 5 до 19. Здрасте. Ютуб канал «Все для клёва» едет на рыбалку. А-а-а. Где вы на рыбалку едете? Здрасте. А едем на это самое, на Днестр. Нет, сюда, на глубокий? Нет, на Днестр. Ну так надеяться, туда или сюда? Нет, туда. Туда. А, сейчас эталончик любишь? Да, да, да. Эталончик что? Просто. А, просто, да? Давайте. Знаешь, это у нас на речку. Понял. Ну, так они и раньше выписывали. Все, спасибо. Все хорошо. Все. Так, а обелечивали они? Нет, ты видишь? Нет. Они дают чек. Чек, а там всегда обелечивал. Ага. Человек там... ходил. Ну, он как раз сейчас туда пошел, он говорит. Сейчас посмотрим, что он хочет. Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Сегодня очередное видео о рыбалке. Мы на Днестре. Сегодня у нас 11 октября 2020 года. Погода классная. Сейчас плюс 20. Когда такая была погода в октябре, я не помню. Находимся мы в районе Чеков. То есть съезжали возле Чеков. То есть получается с этой стороны Днестра. Не за мостом, а с этой стороны. И вот здесь мы будем ловить эту. Вот тут. Тут якобы говорят, что платная рыбалка. По-моему, как раз собиратель денег один приехал. Сейчас посмотрим, кто такой. И вот смотрите, за что тут нужно платить. Когда тут мусор, срач, болото, грязь, бутылки. Вот так у нас некоторые недорыбаки. Недорыбаки. Вот так вот. Я тоже сказал, да. Вот так вот здесь рыбачат. А тут течение, да, не сильное? Да, есть. Это Коля. Вы знаете его. Наш, в нашем вайбер-сообществе «Все для клёва» главный администратор. Да. Валентин. Валентин, здравствуйте. Здравствуйте. Кстати говоря, друзья мои, я вам хочу сказать, что сейчас вот с вами находятся три общественных инспектора рыбоохранного патруля. Мы эту тему сегодня тоже поднимем в нашем видео. Но там уже вечером, если будем готовить уху, где-то сядем и поговорим об этом. Но в данный момент пока что я вижу? Я вижу какого-то товарища, который тут решала, типа какой-то. И вижу кучу мусора, в который мы выгружаем свои вещи. Но пока так. Номер машины, талончик. Здрасте. Здравствуйте. Меня зовут Александр, как вас зовут? Саша, тоже Александр. О, тезка. Номер машины, талончик и 200 гривен. А 200 гривен за что? За то, что вы проехали по платной территории, которая находится в аренде. Ну, еще раз. Которая платная территория, которая находится в аренде сельского совета Маяки. В аренде сельского совета Маяки. Да. Что-то вы сейчас сказали, какую-то билиберду, честно говоря. Смотрите, вот проходная есть. Проходная, которая мы заезжали, где, да, чек, где, да, дали на чек? Талончиком дали. Да, да, дали. Вот эта дорога прямая. Это находится ихняя дорога, а вот эта дорога, которую вы повернули, это в аренде сельского совета. Где вы видите дорогу здесь? Покажите мне. Ой, сейчас. Да. Я нет, на работе, что быстрее. Вот дорога. Да, да, мам, давай, что быстрее, что надо. Нет, да, да, все. Я просто хочу показать. Где тут дороги, блядь? Все хорошо, мам. Так, короче, я снимайте, что вы там быстрее, давайте, у меня времени нет с вами. Вот эта дорога, вы поняли, да? Вы тут идите, и
Я был последний раз. Смотрите, я еще раз вам говорю. Отказ платить, я пишу, что отказ платить, больше вы сюда не заедете, и все. Вас сюда не пропустят. Пишите, что мы не собираемся платить. Все, ну так сразу. И мы по-любому сюда приедем. Хорошо будет. И посмотрим в следующем видео, как мы сюда приедем. И никаких проблем не будет. Поэтому, ребята, если вас тут будут пугать вот такие вот Александры и другие товарищи, не ведитесь на эту херню. Не ведитесь. Все. Да, я расскажу. Александр, я был в августе месяце. Смотрите, знаете почему, как это все? Да. Вот та проходная. Вот та проходная есть. Так. Вы без разрешения охраны сюда не въедете. Почему это я не въеду? Потому что на ихние чеки вы можете, а на речку стану я, там на проходной. А вы что, тут на реке, что, у нас на реке что, рыбалка не платная? Не река, я за то, что вы будете проезжать по платной территории, которая платит аренду за эту территорию. Какую аренду? Аренду какую? Территорию какую аренду? Аренду чего? Если вам что-то не понравилось, да. что-то не доходит. Да, вам, не доходит. Сельский совет, и там вам все объяснят. Кому конкретно? Мэру. К мэру сельского совета. Совета, да. И вам... Голове Селищной Рады. Да. И вы ему расскажет, почему мы снимаем. Это подожди, так он этот мэр, он кто сейчас? Он главный арендодатель вам, или как он? Что? В аренде земля, да. В сельском совете. У вас документы есть? Все там в сельском совете. Ничего не понял. Вы тут снимаете деньги, у вас должны быть какие-то хоть какие-то документы. Я говорю, в сельском совете. Понимаете, если вот там вот дальше товарищ возле моста что-то там хотел, какие документы, у него хоть какие-то документы были, а у вас что есть? Все, я понял вас. Все. Нет, что значит вы поняли? Вы объясните, какие у вас документы. Ваша машина заносится просто в черный список. Да, заносите, хорошо. Давайте, я посмотрю. Да. Друг друга мозги компостируют. Меня уже не раз снимали, не раз уже фотографировались, уже хотели. Хорошо. А скажите, а кто мусор здесь убирает? Мусор убираем мы. А что вы не убрали? А так и потому что те, как вы приезжаете, его никуда не убирать. Не-не-не-не-не, подождите, если вы платите за аренду, вы тоже убираете. Мы убираем, когда успеваем. Друзья, вот такие вот провокационные варианты. Вам сразу говорят, что вы больше сюда не заедете и так далее. Но не стоит на это вестись, потому что у него вообще нет никаких документов. Он просто приходит и тупо требует деньги. Вообще просто вот на ровном месте. На ровном месте. И обязательно мы зайдем в сельскую раду вот эту. И поговорим об этом с головой Селищной Рады. Потому что это неправильно. Друзья, у нас тут 15 пачек прикормки, плюс еще ведро гороха. И еще есть примерно 20 пачек. То есть мы налепим очень много шаров и постараемся тут выловить самого большого карпа, который только возможен. Места тут хорошие. Кидать нужно далеко не нужно. То есть примерно где-то 6-7 до 10 метров, как сказали нам эти товарищи. Ну, то есть мы будем делать шары примерно где-то с апельсин и забрасывать тут рядышком, прямо рукой. То есть как бы с точки зрения прикармливания проблем нет. То есть кидать далеко не нужно, с помп не нужен, там, прикормочная кормушка не нужна. Все так, бух-бух-бух, накидаем, и завтра будет нечто. То, что вы сейчас увидите. То есть мы сначала приготовим прикормку, потом добавим в нее горох, и потом слепим уже шары. Так, ну вот, первая партия прикормки уже готова, с горохом. А, запах то, что надо. Нормальная прикормочка получилась. Очень надеемся, что результат оправдает наши ожидания. Да. Их уже достаточное количество, но Коля не сдается. Ага. Коля уже устал. Коля устал, да, я понимаю. Хорошо, что у нас была эта мешалка, да? Шуруповерт. Да, с шуруповертом. Поэтому немножко облегчила ситуацию. А так, конечно, тяжеловато. Но кому сейчас легко, правильно? Я скажу, что раз течение идет в ту сторону, к лиману, то прикольно будет. Это что ты делаешь? Замачиваю на завтра. А, будем горох еще варить, да? Завтра утром будем. А на кормушку что мы будем? Ну вот у нас же. Ну это мало. Согласен. Для такого количества. Согласен, согласен. Утром сварим. Отлично. Тем более с водоема. Вот. Вода, да? Да, да, водичка. То есть будем здесь полный цикл показывать вам, друзья. Так вот, я хотел сказать о том, что как мы будем прикармливать. Значит, у нас течение идет в ту сторону.
И получается где-то примерно 60-70% прикормки мы положим на границу нашего участка, то есть вот сюда вот где-то. И за ночь весь этот корм потихонечку уйдет по всему нашему вот этому райончику, где мы стоим. У каждого будет по два удилища. Вот такая вот пока ситуация. Долепливаем шары и сейчас будем прикармливать. Уж так, что у тебя за удилище, расскажи мне. Фидер, анаконда, анаконда, хамелеон. Хамелеончик? Да. А длина какая? 3 метра? Или 3,6? По-моему... А, трешка, трешка. По-моему, трешка, да. Эй, анаконда джангл, ё-моё. Да. Прикольно. Красавчик. Ага. Анаконда удилище, анаконда катушка, да? Всего по фэншую. Понял. Так, ну что, давайте как-то начнем забрасывать. А потом будем сюда все давайте, остальное. Давайте, предлагаю... Коль, брось, давай... По команде нет, на старт, внимание, марш, начинаем кидать. Может, на лодке завезем? Не надо нам еще накачивать лодку, сейчас уже вообще темно будет. Тут же кидать все равно надо, вот, 6-10 метров, с руки. Так, поехали, на старт, внимание, марш. Вот, пошли хорошие. Это, блин, мне кажется, не близко, не? Отлично. Будем знать, куда... Куда нам забрасывать? Да, рыбу пока мы еще не поймали. Только управились, только успели забросить прикормку, как уже стемнело. Поэтому... Еще пока палатки разложили. Да, пока палатки, свет, пока свет, да, стол, все дела, мангал. И вот, друзья, пока так. То есть, в принципе, мы так и планировали начать рыбалку завтра, а не сегодня. Поэтому сегодня еще до конца, да, собираем все, да, подготавливаем. У нас осталось ведро прикормки, шаров. Это примерно где-то процентов, наверное, 20-25, может, от того, что было. Все остальное мы забросили. Хотя некоторые уже пишут комментарии в нашем вайбер-сообществе «Все для клёва Днестр», что, мол, типа, зачем вы сразу все выкинули? Оно сейчас, типа, уйдет за ночь. Но... Ну, покормили мы рыбку, ну и ладно. Да. Да? Нам не жалко. Здоровее будет. Нам не жалко, да, Коль? Да, конечно. Доброе утро, друзья. Коля, привет. Так, два наших удилища стоят. Раз, раз, раз. Надо кофейку попить, да? Сыра, конечно. Остатки роскоши. Да. Еще немного шаров. Валентин, доброе утро. Так. Рыбу не пугайте. Да. Шары рассыпаются, да? У нас тишина, а на реке движение. Движуха. О. Есть. Ну, кому сейчас легко. Да. Опа. Наконец-то солнышко встало. Сейчас уже 7 утра. Да, Коля? Да. И будем надеяться, что все-таки клев начнется. Но пока его нет. Перезабрасываем снасти. Уже начали варить горох. То, что вчера замачивали. Вот. И будем дальше кормить рыбу. Коля что-то колдует. Взял иглу для бойлов и насаживает горошины на волос, на крючок. Как мы видим, пока тишина. И причем тишина у всех, геть вообще, у всех. У соседей, у нас. Ну, конечно, мы тут накормили здорово рыбу. Если увидите на палатке подтеки, это вот сырость. Как вы знаете, на реке всегда сыро, особенно в октябре, особенно по ночам. Поэтому, как только солнце заходит, сразу ощущается такая сырость. Вот она. На траве. Видите, да? Все-все-все мокрое. Все становится мокрым. Столы, палатки,
сумки. Все прячьте. Да, поэтому все нужно прятать. Что, не хотите, то, что не хотите, чтобы оно намочилось. Особенно некоторые тут начинают выпивать, оставляют свои телефоны. Все, что только можно. Вот. Я это говорю к тому, что нужно и одеваться по погоде. Вот. И в одежде от компании Comatec вам будет наиболее комфортно. Саша, что это за куртка у вас? Что Comatec уже куртки делает? Вот они давно уже их делают. Это куртка, они делают для того, чтобы использовать как в обычной повседневной жизни, так и как слой термобелья для костюма Terra, для костюма Sequoia. То есть, когда температура там ниже 10 градусов, она может использоваться как термобелье. И особенностью этой куртки является то, что она, во-первых, легчайшая, очень легкая, паропропускная, ветровлагозащитная. Вот. Ну и то, что она комфортная в носке, это 100%. А где можно купить? Ну как где? Или в компании Comatec, или у нас в магазине «Все для клёва». Понятно. И, кстати говоря, по одинаковым с Comatec ценам. Друзья мои, компания Comatec – это не только приятные в носке модные куртки, но и практичная обувь, мягкие кроссовки, шикарные футболки из уникальных тканей, поло и настоящее термобелье, долговечные удобные костюмы для рыбалки и охоты, перчатки, спортивные костюмы, рюкзаки, сумки и многое-многое другое. Все то, что обеспечит вам комфорт в любых погодных условиях. Друзья мои, сейчас мы будем завтракать, и нужно показать рыбе пример, как нужно правильно кушать. То есть в жизни вообще нужно показывать пример для своих детей, для своих сотрудников, например, да, подчиненных. Вот. Поэтому начинаем мы с кофе. Вот сейчас только попьем кофе, сразу пойдет жара. Вот увидите. Ну. На природе, на Днестре кофе 10 раз вкуснее. Особенно с нашей кружки «Все для клёва». Ну что, дождались, первая поклевка. Такая яркая поклевочка была. Наконец-то, друзья мои, это произошло. Я думал, этого не произойдет никогда. Это на технопланктон? Нет, технопланктон рядышком стоит. Хорошенький, слушай. Сюда ушел. А, вижу. Ну вот, я думал, мы будем без ухи. Ну, подайте мне его. Я же не хочу, чтобы он... Давай, вытаскивай. Есть такое дело. Ложи. Хорош гусь. Ну вот она, друзья мои, первая поклевочка. Я уменьшил размер крючка. Вот эта восьмерочка вот. Понял? Угу. То есть убрал шестерку, поставил восьмерку. И смотри, результат есть. Понял? Коля, знаешь, на что я его поймал? Ну, на что? Не поверишь. Короче, прицепилась мне на крючок ракушка. Я, короче, ее вот разбил. Вот, смотри. О, где она? Вон сзади она под ногой, по-моему, вот. Где-то здесь была. Это ракушка. Я понял, на ракушку черную. Да. На ракушку. Разбил кирпичом, короче, ракушку. Достал, и на мясо вот этой ракушки оно... А это я вам сказал. Ну, ты мне сказал. Я помню просто твой опыт. О, видите? Да. Пригодился. Да. Потому что уже на горох пробовали, на червя пробовали, не идет. А тут раз на ракушку. Ты понял? Ну что ж, друзья, наша уха готова. Так. Вот она. Картошечка, морковочка. За хвост ловить будем. Да, лучок. Лавровый листик. Все здесь есть. Давайте уже есть. Давай. Это секрет. Держи. Так, Коля,
листочек, письмо, против. Письмо тебе против. Придет, так, письмо я, хорошее. Я сейчас хлеба нарежу. Давай. Так, и морковочку тебе. Давайте, давай. Так. Что-то я не хотел кушать, а уже захотел. Я слышу, как у тебя слюни текут. Да, да, да. Давай. Так. Это нашему Валентину. Хлебец. Вкусняшки. Так. Письма ему что-то нету? Ну ладно. Не прислали. Не прислали вам письмо. Письмо? Да. Это как? Листик лавровый. Листик лавровый. Итак, барабанная дробь. Коля, письмо решил попробовать. Письмо убираю. Так. Ура! Отлично. Да? Супер. Так, ладно. Валентин, что скажете вы? Сейчас. Как поехали? Дядя, как дядя Саша приготовил уху? А ну-ка. Поехали. Уха замечательная. Да? Просто. Ладно, друзья, пробуем и мы с вами. Да. М-м-м. А еще из карпа, это же из карасика. Вот только ради этих моментов стоит вот так вот полюбить рыбалку, да, Коль? Выехать с друзьями. Да. Да. Даже если рыбалка не удалась, но все равно отдых. Замечательно. На природе. Просто особенно. Шикарно. Все равно. Я вам скажу, что уха из свежепойманной рыбы не бывает невкусной. Понимаете? В ней все прекрасно. И картошечка. И морковочка. Смотрите, какая вкуснятина. Бомба. Раз контент с рыбалкой не удался, у нас будет кулинарный контент, да? Кстати, друзья мои, я хотел бы с вами поговорить по поводу того, что все мы втроем являемся общественными инспекторами рыболовного патруля. И хотел бы задать вам один единственный вопрос. Сколько раз вы были в рейде с рыболовным патрулем? Валентин, вы сколько раз были? Карантин помешал, честное слово. Коля, ты был? Нет. А в чем причина, скажи мне? Почему ты не был ни разу? И ты ж потратил свое время, да? Изучил там правила любительской ловли, промышленной ловли. Изучил там обязанности инспектора рыболовного патруля. Да. Ты же потратил на это свое собственное время. Да. И что, тебя ни разу не пригласили? Я правильно понимаю? Ну, меня не приглашали. А ты сам как-то активность проявлял? Честно говоря, нет. А почему? Не знаю, как-то не было возможности, руки не доходили, не знаю. Я хочу сказать, что я за время своего, скажем так, содействия вместе с рыболовным патрулем привел в рыболовный патруль около 6 человек. Тех людей, которые реально хотят и хотели бы участвовать в каких-то рейдах и тратя свое время бесплатно. Все зависит от начальника рыболовного патруля. Все зависит от него. И если бы он захотел навести порядок, то у него бы это получилось. Я имею в виду вот в отношении того, чтобы использовать общественных инспекторов рыболовного патруля. Ну, а ребята тоже приехали. Здравствуйте. Здрасте. Что, будете нас менять? Ну, если вы не против. Да, мы не против. Аппетита. Здрасте. Здравствуйте, приветствую. Здрасте, здрасте. Присаживайтесь к нам, у нас уха есть. Хотите? Да, у нас как раз по плану. У вас по плану уха? Здрасте. В это время. Здрасте. Да, давайте, присаживайтесь. Ребята, как уха? Отлично. Да. Бомба. О. Ну, я очень рад, что вам понравилось. Вот это все сейчас поубираем, весь мусор, который тут есть. И спасибо ребятам, тоже решили нам помочь в этом деле, да, пособрать, да, весь этот мусор, который здесь уже лежит не знаю сколько времени. Вы поняли, да? И если вы помните, в начале видео там тот чудак, который собирает бабло, говорил, вот мы тут уберем, мы тут приедем, уберем. Ну и где он? Нет его. Вот теперь вот так вот стало. Буквально 10 минут работы, и весь мусор уже собран. Хочу сказать большое спасибо всем адекватным рыбакам, которые убирают и свой мусор, и чужой, делая тем самым наши берега чище. Пелец. Хороший. Слушай,
Красавец. Оп, стоять. Сюда. Оп. Ну вот, Коля начала клевать. Да. Это какой уже, третий? Ой. Карасик хорош. Да. А на крючке что было? Горох. На волос или так? Да, на волос. Ага. Хороший жирный карасик. Что будешь делать с ним? Отдам ребятам, что с ним делать. На уху? И на их уху? Да. Вот за такие дороги они типа снимают тут деньги, вы поняли, да? Где тут дорога, которую они тут делали, блин? Мне просто интересно знать. Где тут дороги? Вон, куча мусора, бутылки. Привет. Буксовали. Уборщики называются. Территории. Здесь компания. Все засрано. Где-то дорога, которую они тут делали. Вон еще мусор, смотрите. Кстати, вода упала. Куча бутылок. Срач. Смотрите. Что там творится? То, что они говорят, это все ложь и провокация. Ну, кто-то за это деньги берет, куда-то не. Понимаете? Уходят. Еще раз я говорю, если вдруг у какой-то организации есть какие-то документы, им нет смысла их не показывать. То есть, вот есть, да, я официально здесь работаю, вот смотрите, я за это беру, за то-то беру деньги. Там какие-то услуги вам предоставляю, которые вам нужны, да? А тут за что? Где документы? Ходит какой-то мурло, блин, и собирает бабло. Нормально? Дороги тут у него, блин. Дороги. Это дорога, укатанная машина. Да понятное дело. Вот сюда, сюда направо. Да, потому что нету дороги. Поэтому, друзья, приезжайте сюда и не платите деньги. Не нужно этого делать. Не за что платить. Места тут хорошие. Да, хорошая глубина, хорошая, то есть ловить можно нормально. Зацепов вот, нет. Поэтому они тут специально и берут бабло, что как будто бы легко доступно доехать сюда, вроде как, когда нет дождя. Вот, и хорошая глубина. Это говорит о том, что здесь хорошая рыба должна водиться. Сегодня просто нам не повезло. В общем, пока непонятно, за что они берут деньги. Может быть, вот этот кусочек. Сегодня засыпали вот, каким-то строительным мусором. Вот это, да? Да, и куча сжженных там каких-то бутылок. Это вот так они собирают, да? Да. Спалили все нахрен. Как будто бы. Вот всячая будка. Вот это будка, да? Да. Что должны здесь быть? Мешки убирать. О, да. Пожалуйста. Вроде бы мешки есть, а рабочих нет. Так кто тут будет убирать? Они приехали, бабло собрали и уехали. Все. Вот вся их работа. Все, вот это уже территория чеков уже получается. Да. Так что сюда четвертый чек и сразу да. Налево поворачивается. Да. Зеленый. А вот, друзья, куда сваливается этот весь мусор. Вот, смотрите. Это типа они вывозят за те деньги, которые вы им якобы платите. Смотрите. Вы видите, сколько здесь мусора? А вот чеки. Вот они. Прямо напротив. То есть получается по этой дороге, которая ведет к Днестру, вот туда вот. Вот это вот находится. Уважаемая экологическая инспекция, пожалуйста, приедьте сюда, напишите вот это все, всю эту нечисть. И пусть вот эти вот недолюди, которые сюда выбрасывают этот мусор, заплатят огромные штрафы. И прошу отреагировать голову Сердечной Рады, Маяцку. Это вот у вас под носом, вот маяки. Вот это творится. Вот этот разовый пропуск, в нем написано этим товарищам, что отказ оплаты. Ну посмотрим, что сейчас скажут нам на КПП, на чеках. Вот. Мы уже подъезжаем. Хотя чеки к ним не отношения никакого. Ну сейчас узнаем, что-то будем знать. Здрасте. Здравствуйте. У нас там отказ, мы деньги не платили. Видите, ему все равно. Ну и хорошо. Всего хорошего.
Есть на месте? В отпуске. А, в отпуске. Сюда. Вопрос следующего порядка. Сегодня мы были на рыбалке. Вот если вы знаете, где чеки, вот да. Там дальше вниз по течению, если проехать через чеки, в сторону старого порта. Угу. Вот там ребята, которые ходят и собирают по 200 гривен с человека, ссылаясь на то, что у них в аренде это территория, и все время ссылаются на голову селищной рады. Скажите, так или нет? И... Вы документы у них спрашиваете? Да, конечно. Мы говорим, покажите документы. Они ничего не показывают, вообще абсолютно никаких документов. Сказали в сельраду. Да, сказали, обращайтесь в сельраду, там вам все расскажут и объяснят. Вот так. Понял, сейчас, секунду. Лариса Юрьевна, пригласи, пожалуйста, Анастасию Викторовну. Там типа дорога в аренде, сельской рады. Что-то такое вот несут, какую-то чушь. Честно, честно говоря, потому что хотелось бы разобраться раз и навсегда и объяснить нашим рыбакам, нужно платить, не нужно, есть ли действительно у них документы или нет. Угу. То есть проясните, пожалуйста, эту ситуацию. Там ребята, что на чеках, они пропускают, говорят, мы к этому ничего не имеем. О, Виктор Ильич, здравствуйте. Почекаем. Да-да. Почекаем. Угу. О, все, ладно, все, отдыхайте тогда. Я просто хотел заинтересоваться, кто из вас рыба уроч? С нас? Рыбаки, да? Да, мы YouTube-канал «Все для клёва», вы меня знаете. Да, знаю. Да. Ну да. Так, а где вы рыбачили? Где вы? Значит, чеки. Заезжаем на чеки. Так. И проезжаем вдоль чек, там, второй, третий, четвертый, и выезжаем на реку. Ага. На Днестр. В сторону старого порта, вы поняли? Да. Вот там ходит человек и требует с рыбаков по 200 гривен. Так. Вопрос. Он говорит, он все время ссылается на вас. Ну вот, вот именно на вас ссылается. Говорит, вот обращайтесь в голове селищной рады, я вам потом покажу на видео. Ага. Обращайтесь в голове селищной рады, я вам там в видео передавал привет, кстати говоря. Вы посмотрите. Мне? Ну да, конечно. Ну, потому что он на вас ссылается. Ну, да. Мы, может, их там ловили, чтобы наказывали за то, что они ловят, ну, берут с людей деньги. Мы там не только, и вы знаете, что я и на той стороне их ловлю, и на той, там, и сегодня у нас очень серьезная война здесь с этими ребятами. Они не имеют права по закону, сегодня, кстати, есть... указ президента, доступ до водой безкоштовный, безперешкодный, вы это знаете. И мы с ними очень серьезно сегодня... Ну, может, мы не в проеме будем разговаривать? Может, мы зайдем к вам в кабинет и поговорим на эту тему? Ну, почекайте, вы что тут сегодня, вы сегодня, давайте бы так. Во-первых, вы придите, пожалуйста, скажите, Виктор Ильич, мы хотим с вами поспілкуватися. Да? Мы с Донецка, да. Вы сколько раз писали на сайте? Ми скільки разів писали на своїх всіх інформаційних виданнях, що шановні рибаки, нікому нічого не платіть, ніякі кошти. Но, на жаль, сьогодні наші рибаки цього не розуміють. От не знаю, чому платять кошти, от за що, за що? Сьогодні ви ж знаєте, ви можете підняти, будь ласка, архів нашого сайту, було моє звернення сьогодні як голови, от, щоб вони нікому ніхто не платив кошти. Ви ж закон знаєте, але, ну, на жаль, сьогодні всі платять. Не знаю, не розумію, чому. Причому так він говорить серйозно, що у нас є орендована територія, Смоярська селищна рада. Вот... Не одного. Я хочу, послухайте, шановні. Сьогодні це землі за межами населеного пункту, от, і це сьогодні землі категорії водно-болотна. Ними розпоряджаємося не ми. Ви розумієте, і ви це по закону знаєте. Це сьогодні є ще лісхоз. Вони там, я не знаю, якщо вам люди кажуть, що у нас є, то, будь ласка, хай не предоставлять якісь документи всі. Мені теж вони кажуть, що у нас є, а потім, коли Віктор Юрійович втручається, все починає там з ними спілкуватися, а у них нічого немає. Да, кстати, вот в этом видео, которое вот сейчас вы будете смотреть на нашем канале, я вам показал, возле третьего чека, вот как ехать в сторону старого порта, вот возле третьего чека, третий чек справа, а мусорная свалка слева. Там здоровая яма, и там, наверное, тонн, наверное, 50-60 мусора. Вы посмотрите. Вот я вам уже сразу говорю о том, что уже, у вас есть возможность для реагирования. Да, напишите в экологическую инспекцию, пускай их штрафанут. Якщо, ну, вы понимаете, экологическая инспекция сегодня по законодавству, если мы звернемся как юридическая особа, они в план проверки, мониторинга, они поднимают на Киев. Київ дає їм дозвіл, план затверджує цей план, і потім вони виїжджають. Фізична особа, от ви як сьогодні фізособа маєте право написати, і вони мають право... Да, вони сьогодні це увидять. Просто боюсь, що вони вже зараз закопають цей мусор, і все, розумієте, і потім це, не вийде. Де ви бачите це сміття? От якщо ви зараз заїдете на чеки, от прямо зараз. На чеки це у нас там орендовано. Там, ні, там ні, так от послушайте, послушайте, там дорога, от поверну, на чеках сразу наліво повернули і їдете Дністр. К Дністру. Я
проехать, я туда не ездил. Ну, не знаю, ну что, проедете? Проедьте, возьмите, откройте шлагбаум и поверните налево, там дорога уходит. Шлагбаум открыться надо дозу сегодня этого арендатора. Ладно, короче, там пропускают. Да пропускают. Чек, что машина за... мы же не на арендованную территорию будем. И пропускают. Талончик, и все, вы поехали. То есть без денег. Вон талончик выписывают, без денег. И проезжайте туда, и посмотрите с левой стороны. Там выкопанный котлован, в котором куча смятя. Ну, це менталитет сегодня наш такие. Ладно. В общем, самое главное мы узнали. Значит, наш... никаких договоров аренды нет. Якутская сельская рада немає сегодня никаких официальных и законных підстав заключати будь-які договори на використання земельної ділянки вдоль річки Дністер категорії водно-болотно. Все. Ми нічого не заключаємо. Вот это самое главное. Це за межами населення. Це є територія Маяківської об'єднаної територіальної громади, але за межами населеного пункту. Ви розумієте? Да. Це сьогодні є лісхоз. Ну і там далі, хто там лісхоз, національний да. парк. Я понял. Ласка, це... Вони сьогодні є користувачі цієї земельної ділянки, вони да. її використовують. Зрозуміло. Які там договірні взаємовідносини в рамках договору, це, будь ласка, звертайтесь до них, тому що дуже багато людей приходять і говорять, ми нічого вам не будемо видавати і нічого не будемо саме підписувати. Ну, на жаль, я дуже попрошу сьогодні, якщо вже у нас така розмова, діалог такий виник, то я дуже попрошу наших рибаків. Наших рибаків. От в мене дуже багато було сьогодні зустрічей в центрі. Не треба насипати, раз уже ви там приїжджаєте на рибалку, не висипайте то сміття в очерет, не висипайте на берегах Дністра. Уже привозьте його в Маянки, привозьте його в Альфатори. І ми його сьогодні централізовано вивозимо твердопобутові відходи на офіційне звалище. Будь ласка, не висипайте їх, тому що дійсно, ми ж хочемо, щоб ця річка Дністер не тільки сьогодні була, а через 20, 30 і 100 років, щоб вона сьогодні була для нашого майбутнього покоління. Тому що сьогодні такі, знаєте, така гарна природа і хочеться її зберегти. Добре. Але, на жаль, це сміття, це дуже-дуже тяжка проблема. І хотілося б, щоб рибаки з порозумінням до цього відносили. Дякуємо. Добре, да, дякую. Заїжджайте. Друзі, ви були на YouTube-каналі «Все для Кльова». От ви услышали то, що сказав голова селищної ради. І ні в коєм случаї не платите деньги. Друзі мої, отак закінчується наше відео. Много риби ми не поймали. Ну, звісно, хоча ставили за ціль поймати багато, тому як накидали стільки прикормки, що мама не горює, як говориться. Головна ціль – це уха. Ні, ми дійсно класно провели час, віддихнули, надихались кислородом, поїли вкуснішу уху із тільки що пойманої риби. Да? І... Да, накормили подписчиков канала «Все для Клёва». Оставили место здесь, да, оставили здесь место для них. Прекрасное место, вот они, видите, вот они. Помашите. Вот. Убрали мусор, да. Оставили им рыбу. Оставили рыбу на уху, да, и запускаем челлендж, друзья мои. Называется «Накорми ухой сменщика», да. То есть мы сидели, кушали рыбу, приехали ребята, мы их накормили ухой. Оставили им даже два хвоста карася, да. И это на всякий случай. Да. И надеюсь, что следующие они накормят те, которые приедут их менять, а те, которые останутся их менять, накормят следующих. Вот такой челлендж запускаем, друзья мои. Если это интересно, ставьте лайки, жирнющие такие огромные лайки, вот. И участвуйте в нашем челлендже. Всем удачи, все хорошо. Всем пока. Пока-пока.